Всех приветствую на своем канале Дмитрий Фанс. Сегодня у нас такое видео. Как вы знаете, я, как правило, снимаю на своем канале про муравьев, но сегодня видео будет посвящено моей коллекции пауков. Да-да, кроме муравьев у меня есть еще много животных, в том числе среди них есть целых 6 пауков. И сегодня ролик будет посвящен каждому из них. Я постараюсь показать каждого паука и рассказать про него что-то из своего опыта или какие-либо факты. Ну а вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии и приятного просмотра. Начну я с одного из своих самых первых пауков. Купил я его весной этого года. Паук Брахипельма Эмилия. Кто-то может знать такой вид, это сравнительно новичковый вид. Но что могу сказать, паук достаточно красивый, вроде как спокойный, за агрессией не был замечен, кушать вроде хорошо, но уже достаточно давно ничего не ела, возможно, готовится к линьке, ибо она достаточно сильно потолстела, хоть я уже повторюсь, ела мало что. Кстати, за все время в ее террариуме выросло немного плесени, надо будет сейчас убрать, а то эта плесень портит всю эстетику. Ну вот, плесень убрали, теперь можно продолжить рассказ. Паук этот при мне линял 2 раза, ну то есть за время содержания было 2 линьки. Одна в начале лета, другая, по-моему, в начале осени. Сейчас ждем следующую линьку. Сам же паук достаточно красив, если я это еще не говорил. Мне он достаточно нравится, но это достаточно новичковый вид со слабым ядом, но идеально подходит для новичков. А следующий у нас на очереди Нанду Хроматус. Это второй по популярности род пауков Нанду после Брахипельм. Новички часто заводят Нанду Хроматуса в качестве второго паука. И я не исключение. Мне Нанду Хроматус, в принципе, достаточно нравится. Характер у него спокойный, яд средней сильности. То есть, как бы, даже ближе к слабой. Он сильнее Брахипельма, но яд его очень слабый. Поэтому вот так. Самого паука я купил примерно месяц назад, и тогда он был очень толстым, и весь выглядел так невзрачно. Я боялся, что в нем какой-то сидит паразит или он болен, потому что худым он как бы не становился через 2 недели, хотя я его вообще не кормил, от еды он отказывался. Но не так давно, буквально пару дней назад, он полинял, стал таким красивым, и вроде бы одного свечка он уже скушал. Хотя характер его поведения вроде после линьки никак не изменилось. Но он стал гораздо более красивый, брюшко уже стало такого красноватого чуть-чуть цвета, лапки, на лапках появились белые коленочки. Ну, в принципе, этот паук достаточно красивый, надеюсь, что когда он вырастет, он станет еще красивее. Сам паук средней крупности, но мне он достаточно нравится. Вот такой паук. Следующий у нас на очереди это небольшая самочка Инце Голд. Если что, Инце это вид, а Голд это подвид. Название рода я забыл. Ну что-то там на Н, но не Нанду. Это достаточно мелкий паучок. Он вырастет тоже небольшим. И обладает достаточно слабым ядом. И достаточно красивая. Как вы можете увидеть, здесь она достаточно много наплела паутины. Паук этот плетун, но норы она у меня не роет. В принципе, паук красивый, имеет золотистые отблески. Мне достаточно нравится. Паук, как я уже сказала, вырастет не очень крупным. Самки до 6 сантиметров, самцы еще меньше. И что мне в нем не нравится, это, во-первых, его небольшой размер. Я люблю больших пауков. А во-вторых, самцы этого вида живут всего 2 года, самки 8 лет. У меня вроде бы самка. А я люблю более долгоживущих пауков. Но этот паук крайне красив, и я очень люблю норников, особенно плетущих. Поэтому паук, в принципе, годный. И скажу так, в качестве первого норника, я думаю, идеально подойдет. Ну, как бы, не советую брать в качестве первого норника какого-нибудь хилобрахиса, потому что они вообще отбитые, скажем так. Поэтому, как бы, как первый норник, замечательно, яд слабый. Норники, если кто не знал, почти все ядовитые, так что... Следующий паук это у нас Помпобитеус СП Мачала. Во всяком случае, так было написано в магазине, я и полностью верю. Это небольшой паук, тоже предположительно самка, хотя точно не знаю. Самцы этого вида очень красивые, когда вырастут, они имеют фиолетовый цвет. Самки кремового кофейного цветов. Ну, скажем так, самки достаточно незрачные, хотя самцы очень мне нравятся.
Но когда они еще небольшие, у них на брюшке можно заметить очень такой красивый раскрас, который свойственен всем помбибитеусам. Ну, я не знаю, я в помбибитеусах не очень разбираюсь, извиняюсь, мне трудно выговорять такие названия часто, вот. Но вот, например, у моей, как бы, паучихи, предположительно, есть вот такая вот, скажем так, узор такой есть на брюшке. И она достаточно красивая выглядит. Но, как повторюсь, когда они вырастут, как бы этот узор пропадет, самцы станут фиолетовыми, самки кремовыми. Яд средний. Следующий у нас, это мой самый крупный паук, это Хистерократус геркулеанус, или Хистерократус геркулес, не знаю, как правильно будет, паук геркулес, в общем. Это мой уже достаточно ядовитый паук, второй по ядовитости из моих пауков, но он является норником, поэтому скрывается за корягой, там он вырыл себе нор, я что-то тут пытаюсь снять, но сомневаюсь, что вы что-то видите. Паук достаточно прожорлив, точнее паучиха, так мне сказали в магазине, что это паучиха, но в последнее время она у меня тоже ничего не ест, потому что, как можно заметить, там сверчок гуляет, хотя сверчков я стараюсь закидывать прямо в нору, вот, ну, возможно, скоро линять будет, станет еще крупнее, еще красивее, вот. В принципе, я знаю два вида, Хистерократус геркулянус, как раз у меня, и Хистерократус гигас. Гигасы более такие персикового, скажем так, цвета. Ну, паук, скажем, будет так крупный будет, моя вроде не сильно агрессивная, мне паук этот достаточно нравится. А теперь самый ядовитый мой паук, и, скажем так, последний, кого я покажу в своей коллекции. Это паук Циропагопус шоити. Если я правильно выговорил, если кто-то знает, напишите в комментариях, как правильно произносить. Это мой самый ядовитый паук. Вон там он в углу наплел. Этот паук, как бы, в простонародье называется малазийский земляной паук-тигр. Если я все правильно, опять же, таки выговорил. Ну, там много вариаций названий. Но, скажем так, тут норы он не роет у меня. Поэтому, как бы, и где-то пишут, что он полудревесник. Уж не знаю, кому верить, кому не верить. Но могу сказать так. Он построил свое гнездо на поверхности земли, сплел из паутины и прикрыл субстратом. Паук этот мелкий, при мне он линял. Кстати, не так давно полинял. Достаточно агрессивный. Но он один раз в стойку вставал. У меня это единственный паук, который на кисточку стойкой вставал. Ну, такой паук. Слабо охотится, мало ест. Ну а наше видео подошло к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи, всем пока!